В мире кинематографических возрождений появляется «Трон Арис», обещая впечатляющую перезагрузку. «Трон» готовит переосмысление своего наследия в предстоящем спектакле 2025 года. Прибудьтесь к световым циклам и отправьтесь в увлекательное путешествие вместе с «Трон Арис». Сиквел «Трон. Наследие» показывает один загадочный образ, вызывая волну волнения. Выход этого киноспектакля намечен на 19 декабря 2025 года и обещает переопределить границы цифрового мира. Главный герой в красном костюме с шлемом и черными акцентами исходит злобы. Арес — сложная программа из цифрового мира в реальной с опасной миссией. Человечество готовится к первой встрече с ИИ. Ставки высоки. Сюжет — предвестник конфликта миров с Аресом, заставляющим людей столкнуться с реальностью ИИ как живого существа. Персонажи в красном намекают на верность мастер-программе, враждебному ИИ из оригинального «Трона». Цвета соответствуют зловещим злодеям из «Трона Наследия», подготавливая почву для битвы между человеком и машиной. Новые детали сюжета предполагают редконинг, который может объяснить отсутствие двух важных персонажей из предыдущего фильма. Джаред Лето становится в центре в качестве Ариса, первой цифровой программы, перешедшей в реальный мир, что противоречит «Трона Наследия». «Трон Наследия», несмотря на намеки на сиквел, отходит на второй план, в то время как «Трон Арис» выходит на неизведанную территорию. Отсутствие Сэма и Куорры, Гаррета Хедлунда и Оливии Уайлд вызывает удивление. Это отход от первоначального плана прямого продолжения. Подтверждение звездным актерским составом Disney добавляет ожидания. Джаред Лето вместе с Гретой Ли, Эваном Питерсом, Хасаном Минхаджем, Джоди Тернер-Смит, Артура Кастро, Камероном Монаханом и культовой Джиллиан Андерсон обещает пиршество. «Трон Арес» — не просто продолжение, а смелая перезагрузка, отбрасывающая наследие «Трон Легаси». Приготовьтесь к поездке по цифровому ландшафту, где стираются границы между человеком и машиной, и наследие трона совершает поворот. Ожидаемый поворот сюжета в продолжении. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик для интересных новостей в интернете.